Узнаем последние подробности у Юрия Федорова, военного эксперта. Юрий Евгеньевич у нас в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Юрий Евгеньевич. Добрый вечер. Первый вопрос, который хочу вам задать, касается Солидара. Вчера Минобороны России заявила о том, что Солидар захвачен. Силы ЧВК Вагнера опубликовали фотографию, где они находятся на железнодорожной станции Соль. В нашем вчерашнем эфире военный эксперт Руслан Левиев заявил, что, на его взгляд, Солидар полностью захвачен. Сегодня британская разведка заявила, что украинские войска, скорее всего, оставили Солидар. Что сейчас известно, какая у вас есть информация на этот счет? И, опять же, раз уж мы говорим о Бахмуте и Солидаре, причем уже достаточно долгое время, является ли Бахмут следующей точкой, куда направятся российские силы? Ну, судя по всему, действительно Солидар занят российскими или русскими войсками, лучше как угодно можно говорить, действительно занят. Другой вопрос, прекратили ли вооруженные силы Украины попытки контратаковать и, значит, восстановить контроль над какой-то частью этого поселка городского типа, кто его знает. Ситуация ведь очень, я бы сказал, неопределенная, как всегда бывает, когда речь идет о городских боях, потому что очень трудно сказать, сегодня, вот в данный момент занят какой-то дом или какой-то квартал, через час-полтора его занимает противоположная сторона. Так что вот этот туман войны, который покрывает, достаточно густо покрывает Солидар, как и любой другой город, в котором идут бои, он развеивается только постепенно, со временем. Как я понимаю, в Украине до сих пор не признали, что Солидар оставлен. Точнее говорят, что он не оставлен, что идут бои. Но вот есть определенная разница в формулировках. Идет ли, продолжается ли бой или бои за Солидар, за любой другой город, или, значит, город оставлен, город занят. Город может быть оставлен, но бои за него могут продолжаться. Так что, ну да, если появились фотографии, я их видел, да, какие-то люди, которых называют вагнеровцами, они фотографируются на фоне здания железнодорожной станции «Соль». Это действительно станция, которая, правда, уже на неиспользуемой давно железной дороге, которая ведет от Бахмута к Северску, если я правильно понимаю. Ну да, ничего принципиально это не меняет в стратегической ситуации, кроме того, что с большими потерями российские войска, ну, как бы вот прогрызают шаг за шагом или линию за линией, прогрызают оборону вооруженных сил Украины. Следующая цель российских войск, бесспорно, Бахмут. Бахмут давно уже становится целью российских войск. Вероятнее всего, вот если посмотреть на карту, такую достаточно крупную, скорее всего, бои будут в ближайшую неделю, может быть, две, бои будут концентрироваться вокруг такого населенного пункта под названием Красная гора, или, значит, на украинском языке Красная гора. Вот там будут концентрироваться бои, потому что это населенный пункт, но, по сути дела, это пригород Бахмута. Вот он более важен, чем Солидар, на самом деле, потому что рядом с ним проходит шоссе стратегического значения, шоссе, которое связывает Бахмут со Славянском или Славянском. На карте это шоссе обозначено как М03. М – это, как я понимаю, магистраль международного значения, ну, так обычно их обозначают на карте. Вот, но бои за Бахмут будут, конечно, продолжаться. И Бахмут в силу целого ряда особенностей и рельефа, и городской застройки, и наличия реки, которая называется Бахмутка или Бахмутовка, опять же, насчет ударения я не очень
компетентен, которые, как взять, ну, форсировать которую далеко не просто, хотя это небольшая река, но форсирование ее достаточно сложная задача, особенно зимой, потому что, ну, вы понимаете, если военнослужащий упадет в воду ледяную, ну, ничего хорошего с ним после этого не будет. Вот так. Есть еще один населенный пункт, речь про Кременную, и в частности, что касается Кременной, сообщают, что вооруженные силы уже Украины продолжают свое наступление в этом направлении. Кременная находится не то чтобы очень далеко от Бахмута и Солидара. Выстраивается ли это у вас в какую-то общую картину военных действий? Является ли наступление по направлению Кременной своеобразным ответом на события, случившиеся в Солидаре? Нет, наступление на Кременную не является ответом, потому что оно началось задолго, ну, вообще задолго, это за несколько недель до того, как произошло наступление на Солидар. Строго говоря, насколько я понимаю, на Кременную начали наступать еще вооруженные силы Украины в конце октября или в начале ноября, вот после того, как была завершена деоккупация Харьковской области, и вооруженные силы Украины вышли, уже перешли границу Луганской области и подошли вот к Кременной и к дороге, которая связывает Кременную со Сватово. Кременная – это на самом деле очень важный стратегический пункт. И если вооруженные силы Украины обойдут ее, я думаю, что никто не будет штурмовать ее в лоб, но так как российские войска делают в отношении Бахмута и в отношении Солидара, но любой штурм города, городских, хорошо укрепленного, он требует больших усилий, превосходства в личном составе, в вооружениях и так далее, и чреват большими потерями. Обычно, вот если судить по операциям в Харьковской области, обычно ВСУ обходили населенные пункты и пересекали, перерезали линии снабжения, и тогда гарнизоны этих населенных пунктов, значит, они вынуждены были капитулировать или уходить куда-то, быстро эвакуироваться, ну, спасаться бегством, по сути дела. Вот похоже, что такую же операцию задумали провести в Киеве и в отношении Кременной. Если Кременная падет или будет вынуждена капитулировать, или что-нибудь в этом духе, в общем, русские ее оставят, тогда открываются очень широкие перспективы для ВСУ. Во-первых, будет перерезана линия снабжения, которая идет от Сватова. На карте карту вы не показываете, но если показать карту, то там вот это... Нет, боюсь, что... Ну, в общем, да, вот такая пунктирная линия, судя по всему, это вот и есть что-то похожее на эту дорогу. Хотя, может быть, она немножко... Ну, нет, похожа на эту дорогу, да? Так, по крайней мере, в этом направлении. Так вот, если эта дорога будет перерезана, она идет через Кременную как раз, ну, тогда вся линия снабжения будет сорвана. И тогда российские войска на Донбассе, в том числе и вот под Бахмутом, вот в этом районе, они будут вынуждены снабжаться только через Ростов. Ну, то есть то, что военные называют плечо снабжения будет гораздо дольше, и без того перегруженные дороги будут, естественно, ну, пропускная способность, она ограничена любой дороги. Так что Кременная – это очень важный пункт. И если, ну вот понимаете, а картина получается такая. Российские войска наступают на Бахмут, пытаются взять Бахмут, а севернее, там на расстоянии нескольких десятков километров, войска Украины пытаются взять Кременную. Вот такое движение в противоположных направлениях. Ну, кто окажется первым, ну, от этого будет кое-что зависеть.
Юрий Евгеньевич, хочу с вами затронуть вопрос поставок вооружений. Сегодня стало известно, что Нидерланды поставят Украине ЗРК «Патриот». До этого стало известно, что Канада, в свою очередь, передаст Украине 200 бронемашин «Сенатор». 20 января, буквально через пару дней, состоится 8-я встреча министров обороны в формате «Рамштайн». И как думаете, что Украина может от нее ожидать? Ну, то, что говорят все наблюдатели, можно ожидать, что Украина будет получать тяжелую бронетехнику. Тяжелая бронетехника, суть, значит, это танки, бронемашины, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Но бронетранспортеры – это не такая уж тяжелая техника, если брать по весу. Танк весит намного больше, в несколько раза, в три, наверное, больше хороший танк весит, чем бронетранспортер. Тем более, что на бронетранспортерах установлен только пулемет обычно, а на остальной бронетехнике установлена пушка. Так вот, будет, скорее всего, ну так есть многочисленные сигналы того, что будут предоставлены танки и боевые машины пехоты. Начнется поставка, но, по крайней мере, будут обещаны. Видимо, речь идет о американских танках, это танки М1 «Абрамс», возможно, танки, немецкие танки «Леопард-2», хотя тут есть немало сложностей, но эта сложность скорее, ну, на процентов на 70 это политические. Хотя есть и технические, этих леопарды нужно еще в большом количестве произвести, потому что не так много находится танков, этих танков у Бундесвера, у Германии. Ну и возможно, французские танки «Леклерк» или британские «Челленджеры». Все это может пойти в Украину. Но опять же тут вопрос вот в чем. Когда они появятся и в каком количестве? Вот об этом пока мы ничего сказать не можем. Можно говорить о том, что да, они, видимо, появятся, но вот на два эти вопроса пока ответа нет. Может быть, вот эта встреча в Рамштайне, она что-то такое, ну, позволит в чем-то разобраться. Юрий Евгеньевич, есть еще два вопроса, а времени, к сожалению, совсем немного, но если можно, коротко. Первое. Как вам кажется, почему Путин в очередной раз ничего не сказал о второй волне мобилизации, хотя многие от него этого ждали именно сегодня во время разных торжественных выступлений? И второе. Про грядущую реформу армии, которую затеял Шойгу буквально в середине войны, уже вот 10 месяцев продолжается так называемая специальная военная операция. Тоже как вы можете оценить задумку министра обороны России. Как вам кажется, насколько это удачная идея сейчас? Ну, почему Путин не сказал ничего? Он вообще ничего не сказал, практически ничего не сказал о войне. Сказал только, что вот он стремится к тому, чтобы прекратить войну на Донбассе, которая идет с 2014 года. Понимаете, как хотите. Может быть, это означает, что он готов ограничиться только Донбассом, может быть, то есть Донецкой и Луганской областями, может быть, что-то еще не имел в виду, ну, один бог знает. Самое интересное, что он действительно ничего не сказал, хотя было объявлено о том, что он должен сделать некое важное заявление. Значит, это важное заявление либо не согласовано с другими членами руководства, либо он передумал по каким-то причинам. Ну, тут можно только фантазировать, это уже вопрос к тем, кто считает, что у него есть инсайды из Кремля. Что касается реформы, ну, я думаю, что это очень, очень плохая идея, потому что реформировать вооруженные силы в условиях войны. Но любая реформа вооруженных сил, как любая организационная реформа любой бюрократической структуры, будет означать паралич системы управления. Ну, значит, к тем трудностям, которые и так есть в командовании российскими вооруженными силами, добавится еще и, ну, если не паралич, то полупаралич всей системы управления, материально-технического снабжения. Ну, любая реформа, повторяю, это
с точки зрения бюрократии, это катастрофа. Спасибо большое. Юрий Федоров, военный эксперт, гость нашего эфира. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным.